Стокер представляет. Здравствуйте всем, с вами Стокер. И сейчас я вам расскажу про телефон Samsung Galaxy S6. Хоть у меня этого телефона и нету, так что видео я буду брать из Ютуба. Ну что ж, погнали. Samsung Galaxy S6 получил металлический обтекаемый корпус с сглаженными краями. И что тут обманывать? Он похож на iPhone. Дисплей 5.1 дюйм. Размер дисплея составляет 2560 на 1440 точек. Это самое большое разрешение на данный момент. Samsung Galaxy S6 металлическая рамка. Как заявляют в Samsung, то она на 50% прочнее и не гнется. Толщина устройства 6.1 мм. Задняя крышка сделана из Gorilla Glass 4. Задняя крышка у нас не съемная, так что нано сим-карта находится сбоку. Из-за той причины, что телефон неразборный, теперь мы не ставим карту памяти. Но расстраиваться не стоит. В Samsung заявили, что телефон будет выходить в 3 вариациях. 32, 64 и 128 гигабайт. Кстати, новый Galaxy будет продаваться в 4 цветах. Черный, белый, золотой и голубой. Samsung Galaxy S6 будет поставляться с процессором 64-битным Exynos 7420. Восьмиядерный, который 2 по 4 ядра работают отдельно. Один из 4 ядер работает на частоте 2,1 ГГц, а другие 4 ядра работают на 1,5 ГГц. Присутствует 3 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память, конечно же, стала намного быстрее, потому они и отказались от внешних карт памяти. Это бы тогда затормозило все процессы. Ну и теперь вопрос. На самом деле Samsung Galaxy S6 быстрый. Хоть у меня такого телефона и нет в руках, и я вам не могу сказать 100% быстрый этот телефон или нет, но я посмотрел пару видео, которые есть на YouTube, пока есть, и все говорят, что он быстрый, все приложения открываются на ура. В общем, можно поверить. И работает Galaxy S6 на Android 5.02. Теперь пройдемся по камерам. Камера передняя заявлена 5 мегапикселей, ну а задняя камера 16 мегапикселей. Также присутствует вспышка. Чтобы запустить камеру, достаточно нажать по центральной кнопке 2 раза. Приложение камеры включается за 0,7 секунд. Теперь переходим непосредственно к батарее. Она имеет 2550 мА емкости. Вроде батарея не очень большая, но как заявляют, она работает на 1,5 раза быстрее, чем в айфоне. Дольше. Это 12 часов LTE серфинга, 13 часов видео и 9 часов музыки. Также заявили на презентации, что 10 минут зарядки хватает на 4 часа работы смартфона. Хоть Galaxy S6 будет стоить очень дорого, но это пока не самый хороший смартфон на данный момент. Ну вот, в общем, я и рассказал про Samsung Galaxy S6. Хоть у меня его и нету, и не могу я в руках его подержать и побольше вам рассказать, но то, что я нашел, то, что я про него смог рассказать, то я и рассказал. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки, а также заходите на мой лайв-канал и делайте то же самое. Заходите на мой лайв-канал, там я уже почаще выкладываю видео. Ссылочка будет внизу в описании. Также вы сможете зарабатывать с помощью YouTube на сайте YouPartner. Ссылочка будет тоже внизу. Заходите, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать с помощью YouTube. Реально все работает. Также вы сможете заказать у меня рекламу по приемлемой цене. Внизу есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, там вы можете найти всю информацию и по дешевке заказать рекламу, и тогда на моем видео появится ваша реклама, заказывайте и получайте результат. А также, если кто хочет, я, конечно же, не заставляю, но если вдруг кто-то хочет мне скинуть деньги на кошельки, внизу есть тоже мои кошельки, рубли, доллары и гривны, и тогда я себе что-нибудь куплю и сделаю на него обзор. Ну, в общем, все, с вами был Стокер, всем пока.